Не, все мои бульдозеры, кроме этого, все мои вот эти. Он просто будет. Ну как тебе? Круто? И горюшины, и груши. Ну вот, мы пришли, ребята. Да, ребята. Давай в кабину попробуем. Ну спрыгивай, с другой стороны заходи. Вот это называется уборочная машина Перфина. Вот такая штука. Вот, и она все вот эти поля счищает. Так, ну давай, Горюха. Тут даже огнетушитель есть. Давай, Горюха, залезай. Вот такая вот торфяная уборочная машина. Вот а это класс. А он не заведется? Нет, тут надо заводить его. Вот какой он, вот он, видишь? Торф. Вот это все торф лежит. Ну как тебе в кабине? Да, пап. А им сложно управлять? Ну, не просто, надо учиться долго. Вот видишь, какая рычаги тут, как в тракторе. Вот такая вещь. Горюха заценил. Вот так вот, ребята. И такие бывают спецмашины. Идем дальше. Нет, слушай, специальные такие. Это какие. Какие-то специальные, да, специальные. Гусеницы болотники, да? Емкости такие здоровые. Беги, давай. Иди посмотри. Когда такая возможность? Залезть. Тракторист, забирайся. Вот пыли сколько. Смотрите, вот убираешь. Да, да, да. Вот что в кабине делается. За смену. И в легких. И в легких. Садись, садись, испачкайся ты хоть маленько-то. Ну как тебе? Круто? Ну, поедешь? Вот давай, подрастай, я тебе подарю его. Приходи, приедешь, я тебе буду тебя учить. Будешь, я на пенсии. Рычаги, как в танке. Рычаги-то работают, наверное, да? Да. Из-за того тут смотри, такой. Он еще, видишь, оно еще шевелится, он такой, рессор вон там. Папа! Рессор. Он такой. Дыня, поднимает площадь. Визирует. Ну что? О, монстр! Обнаружил цель обнаружил. Хочешь залезть туда? Ну, хочешь на самый капот? Ну там скользко. А. Лучше обойди, посмотри. А тут уже никто не работает? Нет. Номер 17? Номер 17. Легенда номер 17. Легенда 17. Вот такой трактор, классный. Да. Ой, пап, мне кажется... Продолжаем изучать спецтехнику, ребята. Да? Да, мне кажется, сюда не зайти. Я на другую ступеньку. Ну давай, вот здесь обойди, можешь с другой стороны зайти. Ой, кстати. Ты же как жигуляк, ты видишь? О! Открой дверь полностью, открывай. Все, я на бульдозере. Открывай, забирайся, не стесняйся. О, смотри, какое кресло. О. Все. Спецтехника в работе. Ну что, удобно сидеть? Залезай. Да, и это тоже мой. Залезай. Номер 11 тоже мой. Тоже твой? Не, все мои бульдозеры, кроме этого, все мои вот эти. А этот какая мощность? Ну что, удобно сидеть? Залезай. Да, и это тоже мой. Залезай. Номер 11 тоже мой. Тоже твой? Не, все мои бульдозеры, кроме этого, все мои вот эти. А этот какая мощность? Он просто будет. Игрушечный. Вот смотрите, ребята, какие тут приборы. Управлять-то не просто, надо учиться. Педали вон, смотрите. А ты можешь управлять там? Я? Нет, конечно. Надо учиться, я что? Я тоже не могу. Я ж не тракторист, как ты. А я? Вот какой-то. Я тоже не тракторист, я бульдозер. Челябинск называется. Вот такой вот, ребята, трактор. Называется Челябинск. И Горюша там. Ну-ка, где ты там, Игорюх? Вот такой вот. Все, все, вот, давай, еще давай. Давай, это же трактор, не машина, молодец. Ну, залезай. Это уже серьезная вещь. Тут уже просто так не подергаешь. Забирайся. А вот еще одна. А вот еще одна, да. Но это другой уже там управляет. Тормоз. Тормоз. О! И это даже? И это все, тут и рычаги кругом одни. А это поднимать. А я буду просто ездить. Но я тоже это и пойму. Оп. Ты пожарный полей, да? Да.
Точно. Ребят, вот такая вот огромная техника. Да, вот она, огроменная какая. Поползали, посмотрели, идем дальше. Выбирай любую. И подписывайся на канал Игорюшин Игрушек.